Приветствую вас, мои дорогие Овны. Сегодня ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, десятка пентаклей. Десятка пентаклей показывает уже на начало месяца октября ваше благо. Ваше состояние уже показывает, что вы уже знаете, как вам нужно. Знаете, вот здесь, если брать для людей, которые в семейных, ну, семья, то здесь у вас как бы друг друга доверие. Знаете, один занимается своей работой, другой занимается, но вы как бы у вас стабильное, вот идет все стабильно. Следующая карта, мои дорогие, даже я не буду достать. Следующая карта — это карта, получается, карта воспоминаний. Вы все-таки как будто вспоминаете вот ваше прошлое, ваше детство. Может, кто-то вспоминает, здесь еще вышла у нас карта вот короля мечей, и это показывает то, что здесь может быть воспоминания о каком-то мужчине из прошлого. Вы как будто не отпускаете какого-то человека. Для некоторых людей здесь показывает то, что уже на начало месяца октября вы должны как-то относиться чуть хладнокровнее для того, чтобы убрать чего-то прошлое из вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие Овны, на середине месяца — это двойка жезлов. И двойка жезлов показывает, что может для кого-то здесь есть привязанность к какому-то человеку из прошлого, хотя вы состоите в отношении, хотя у вас уже как бы есть, ну даже можем сказать, что здесь семейные отношения есть, но вы все-таки вспоминаете какого-то человека из прошлого. Но здесь привязка может быть даже к какому-то, где вы работаете, место, где вы работаете. Здесь тоже показывает то, что вы зависеете, ну, от какого-то человека, который старше вас здесь может. Это следующая карта на середине месяца, мои дорогие Овны, это король жезлов. А король жезлов показывает то, что благодаря вашей мудрости, благодаря вашей строгости, вы даже по вашим, вот то, что у вас есть эта привязанность, вы относитесь хладнокровно, вы решаете, что если мне это нужно убрать, вот если мне нужно все-таки все это, чтобы у меня какие-то даже люди, может быть, даже может быть из семьи здесь тоже может быть, то вы как-то решаетесь это уже убрать на середине месяца. Следующая карта на середине месяца — рыцарь мечей. И рыцарь мечей показывает то, что вы боретесь за свое место под солнцем. Вы как будто уже на середине месяца октября, благодаря то, что у вас есть благородство, то, что вы относитесь хладнокровно, у вас уже идет то, что, ну, если отжили какие-то отношения, если на какой-то работе у вас уже не получается, вы все-таки решаете уходить. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие Овны, для вас — и это двойка пентаклей. Двойка пентаклей уже показывает то, что в конец месяца октября вы, знаете, у вас есть зыбкая почва, но здесь как бы нужно контролировать баланс. Потому что если вы начнете шаг влево, шаг вправо, вы можете упасть. Поэтому смотрите аккуратно, если вы решили уйти даже от каких-то людей, от какой-то работы, смотрите аккуратно. Может, даже не нужно уходить от той работы. Может, даже не нужно. Может, просто поговорить и решить какие-то проблемы для вас, которые вас, ну, даже держат там на той месте. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие, это королева жезлов. А королева жезлов, здесь я могу сказать, что может быть как, даже больше идет расклад для семейной пары, потому что люди привязаны друг к другу, привязаны к той месте, где находится. Даже то, что у вас семейная пара идет, вы друг друга вспоминаете какое-то ваше прошлое. Здесь может быть для женщины идет то, что вспоминает своего бывшего человека, бывшего мужа, бывшего человека, которые были длительные отношения. Следующая карта — это карта совета для вас, мои дорогие
Овны, и смотрите, здесь показывают, все-таки даже здесь говорится, убирайте то, что даже вы тоскуете по ком-то, даже то, что вам больно, даже то, что вы привязаны к этому человеку, к этой состоянию ваше. Вам даются совет в конце октября, убирайте все для того, чтобы вам не было так плохо. Здесь еще касается, может быть, для кого-то это семейные дела, которые вы должны именно по женской части вот убрать каких-то именно каких-то женщин убрать, вот, потому что здесь показывает то, что карта пятерка больше тоже показывает семейные кто-то, вот по роду идет. И это для вас, мои дорогие, расклад на октябрь месяца. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.